На Пушкинской поляне в Захарово в 22-й раз прошли традиционные народные гуляния, посвященные проводам зимы. Жители и гостей муниципалитета ждали более 20 тематических площадок и активностей. Секретарь местного отделения «Единой России», глава Одинцовского округа Андрей Иванов, рассказал, что на протяжении многих лет местное отделение партии поддерживает народные гуляния в Захарово в рамках проекта «Культура малой родины».